На рассвете 4 марта 1820 года резиденции первосвященников Западной Грузии, Гелатского и Кутаистского митрополитов по приказу наместника Кавказа генерала Ермолова ворвались отряды русских. Митрополитов арестовали. А дальше произошло неслыханное. Немощных старцев, которым было далеко за 70, избили. Потом надели им на головы мешки и велели спешно следовать в Тбилиси. Все население от Кутаиси до Сурами стало свидетелем своего глубочайшего унижения, видя, как отцов их церкви с мешками на головах гонят по дороге, стекая розгами. В Сураме кутаистский митрополит Досетей Кутатели не выдержал экзекуции и скончался. Гелатский митрополит Эктиме Кенатели выжил. Его отправили в Россию. Император Александр I имел желание с ним побеседовать. Это передача «История в лицах». Я ее ведущий Зураб Кипшидзе. Здравствуйте. год. Уже 2 года длится восстание в Имерете. Против русских выступили и другие западно-грузинские регионы. Еще непокоренные Гурия и Самигрело. Это было 5-м по счету восстания в Грузии после манифеста 1801 года. Поводом послужило объявленное экзархом Грузии Феофилактом Русановым реформа Восточно-Грузинской церкви. Цель реформы – переход имущества грузинской церкви в казенное подчинение, то есть собственность российского государства. Формально это соответствовало утвержденному Петром I российскому законодательству, по которому церковь управлялась государством. Во-вторых, реформа увеличивала доход России с земель Имерети от прежних 20 до 100 тысяч рублей. Может, была и третья цель – унизив народ, сломить его дух. Пока Грузией правили грузинские цари, никто не смел посягать на церковную собственность. Это святотатство взимать налог с церкви. Царю Ираклию II надо было сразу понять, что для русских церковь – это что-то другое, чем для нас. Сказано «кесарю кесарево, а Богу Богово». Для русских же, видать, нет разницы между Боговым и кесаревым. Эвтимий Гайнатели. Годы жизни 1746-1822. Из рода абхазских правителей, князей Шервашидзе. С 1776 по 1820 год митрополит Джамацкий и Гелатский. Эвтимий Гайнатели был не только выдающимся духовным лидером,
но и превосходным хозяйственником. На свои средства он строил деревни и возводил церкви. В 1789 году Евтими Гайнатели вместе с Доситеем Кутатели ходатайствовал перед картликохитинским царем Ираклием II о присоединении Имеретинского царства к картликохитинскому для объединения Грузии. Евтими Гайнатели вместе с Доситеем Кутатели был также посредником злополучной встречи последнего Имеретинского царя Соломона II с назначенным русскими управляющим Имеретии Федором Симоновичем. После упразднения Имеретинского царства митрополиты Доситей Кутатели и Евтими Гайнатели оказались теми людьми, которые реально управляли всеми сферами жизни в Имеретии и спасали население от голода. Без участия этих двух митрополитов в Западной Грузии не решались никакие важные вопросы. Церковная реформа предусматривала перевод крестьян и азнауров, то есть дворян, живших на церковных землях, в казенное подчинение. Это имело для них тяжелейшие последствия, так как их налог увеличился в 2-3 раза. К тому же взимать его стали не натуральным продуктом, как это было ранее, а деньгами. Реформа экзарха Русанова также предусматривала сокращение епархии. В результате этого большинство низшего духовенства оставалось без работы. Новой русской власти эти люди были совершенно не нужны. Ведь богослужение на грузинском языке в Западной Грузии было запрещено еще в 1814 году. Главы Западно-Грузинской церкви лишились права распоряжаться церковным имуществом. Оно становилось собственностью русского государства. Это имело последствия уже не только для современников, но и для потомков. Потому что в Грузии, в стране, которая на протяжении всей своей истории вела войны за сохранение своей конфессиональной принадлежности, ценности, представляющей национальное достояние в своем абсолютном большинстве, были в собственности церкви. В Грузии не строили дворцы. В Грузии возводили и украшали храмы. Этой реформой русские дали себе право присваивать и вывозить наши церковные сокровища. У них поднялась рука замазать известкой фрески в Алаверды, Баграте, Светицховели, Руисе, Джвари, Сан-Тавро. Они осквернили нашу величайшую святыню, икону Хопской Божией Матери, X века. Наложили на нее другое изображение.